Время традиционного обзора от аналитика Freedom Finance. Сегодня расскажем еще о двух компаниях, акции которых могут быть интересны инвесторам. Среди перспективных игроков компания Cloudera занимается предоставлением платформ корпоративного уровня для управления данными. По итогам второго квартала ее выручка выросла на 9% и составила 214 миллионов долларов. Рост был обусловлен увеличением доходов от подписки, поскольку клиенты перешли на облачные технологии в условиях пандемии. Средняя целевая цена за акцию $11.08. Прогноз плюс 12%. Следующий игрок – компания Box. Она предоставляет платформу по управлению облачным контентом, которая позволяет организациям контролировать и делиться своим продуктом из любой точки мира. Ожидается, что в третьем квартале выручка составит $196 миллионов. Стоимость одной акции сегодня $18.09. Потенциал 10,5%.